Давайте просто в каждом раунде пробовать пушить Б или А и сразу ставить бомбу. Ставьте и взорвите сразу. Взорвай, взрывай, взрывай, бро. Взрывай, да? Бомба упала. Взрывай. Взорви. Давай. Найс. Какой ужас. Недавно разработчики CSGO пошутили в Твиттере, а что было бы, если бы бомба взрывалась, когда в нее кто-то стреляет? Мы решили сделать из этой шутки отдельный временный режим, и вот что у нас получилось. Во вкладке паблик на Сабишок появился отдельный пункт с серверами Live Bomb. Если вы стреляете по бомбе, она тут же взрывается, даже если находится у кого-то в руках или просто лежит на земле. Чтобы победить за КТ сторону, необходимо либо взорвать бомбу до плента, либо ее задефьюзить. А победой за атаку будет считаться плент и взрыв. Ну а чтобы было бы интереснее, мы сделали турнир на 20 тысяч рублей. Для того, чтобы сыграть этот турнир, мне нужно было собрать команду. Я решил пойти очень интересным путем. Я зашел в лидерборд и забрал у каждого режима по одному хорошему игроку. К примеру, Регет — это топ-15 ХСДМ, Раека — топ-16 дуэлей, Синхрон — топ-16 ДМ, Адвенс — топ-30 ДМ. То есть я собрал реально лучших игроков на режимах. Посмотрим, что из этого получится. Мы играем ПУ-3. Мираж, Оверпас и Эншен. Работаем. Так... Я в полос пойду. Я окно кинул, я метал пошел. Взял ковры. Ковры один. Убил. Хорошо. Синхрон сейчас имеет такие шансы поймать Джетурайза, но Пити его прикрывает, и это 2-0 для защиты. Так, я бы Андер подождал бы. Шорт. Шорт прямо сейчас. Все, лаз шорт, ставьте не под шорт и взорвите сразу. Взорви. Я готов. Взрывай, бро. Нормально, да? Давайте такие на инста, пацаны, идите ковры все масса, дропните мне флешку в руки, бомбу возьмите. Просто ковры летим? Да, контактом, бомбу отдал. Решили немножко подождать с выходом, но в целом десант очень был неплохой, и сейчас, в принципе, тоже попытка нового десанта, уже 4 человека идут через ковры. И нас там принимают. Да, это просто приняли. Ай-яй-яй-яй. Андер, Авик. Но он живой до сих пор. Шорт пикает. Дик пикос. Уходим, убил. Давайте уходить. Дик убил. Ребят, я не могу один уходить, у меня бомба. Так. Один ап. Главное спиной не идти. Тут стоит. Лавочка. Супер. Я ставлю и взрываю. Или не взрывать. Давайте заставим, может, пушки. Контроль пачку, слушай, ставь на нее прицел. Если один в один останешься, взорвешь пачку. Давай. Го яма стоит. Давай. Пойдемте по контакту вернемся, пацаны. Можно просто по контакту вернуться? Давай. Только здесь может быть близко. С бомбой не иди. Сейчас я прочекаю быстро. Оттопаем, потом не вкупит. Да. Супер. Не убил. Еще бэксайд живет. Бэксайд. Окно и бэксайд. Окно ВП. Бомба выпала. Против Пити. Реджетикс пытается ставить эту бомбу, дает фейк, но Пити его пикает и забирает этот раунд. Давайте просто в каждом раунде пробовать пушить Б или А и сразу ставить бомбу. Вот, сейчас на Б минус один игрок. Убиваем одного и ставим бомбу, взрываем. Бэксайд. Ну, в атаке сейчас есть очень большие шансы взять этот раунд. Поставьте бомбу, просто ставьте бомбу и взрывайте. Я не буду ее взрывать сейчас. Ну, взрывать уже не надо. Слева, справа. Так, ребят, у меня бомба, я боюсь. Джангл. Андер, ковры. Упал. Вас пачкает. Пачки нет. Бео геймл из фури. Я выиграл. У него, возможно, есть поставить бомбу возможность. Он это и делает. Да, Шок должен успевать ставить бомбу. Давай! Макуджин вряд ли. Да, Макуджин не успеет к нему прийти. И Шок просто взрывает эту бомбу. Найс. Хорош. Какой ужас. Так, с бомбочкой. Защита поджимает. А игрок номер 8 синхронно это слышит. Яма, масса, раш это, пацаны. Все, бежим Б. Теперь атака понимает, что, скорее всего, на Б-планте почти никого нет. И там действительно один только Пити, и они сейчас могут свободно зайти на плент Б. Но Пити делает уже 2 фрага. Пити, камон. Я ставлю и взрываю. У нас мало шансов. Он тут уже. Так было лучше, мне кажется. Здесь вот нужно действительно так играть, чтобы поставить бомбу и взорвать. Но для этого, естественно, пушится мид. Это самая лучшая стратегия, в принципе, которая могла бы быть придумана. Пошла серия размена, остается 2 в 2 ситуация. И бомба может на поставиться. Раека как по 666-му отыграл. Важнейший фраг от него. А бомба-то у нас стояла в миду. Очень серьезный раунд, давай. Синхрона остался один в один игрок. И Десейв думает, что это будет апленд. Проверь только, пожалуйста, бэксайд.
Чувак. Нет, нет, нет. Просто взрываю сразу. Да-да, сразу, пожалуйста. А ты сейчас играл в этот, в рандом чисто. Стороны меняются, команда Шока теперь играет в защите. Давайте посмотрим, куда пойдет атака, что она интересного придумает. Big Forest, Backside была. Я Forest стану далеки. Макуджин. Макуджин вместе с Пити идут на шифтах в Палас. Возможно, это тот самый фейк, та самая попытка сделать фейк. И да, действительно. Куда бегут? Б, это Б. Давайте, мужики, вчетвером. Зик убил. Ой, ужас какой. Они афа ставили. Это был прекрасный сработавший фейк, который еще и отполировался тем, что атака попросту перестреляла защиту. Мит убил. В яме чел. Яма. Ковры. На Б. Один на Б. Один на Б есть. Б убил. Еще один Б. Я вас. Я не могу забрать. Молодцы, супер. Убей бомбу. Блин, так сложно. Возьмите пачку. Трикон. Псих. Постам, постам. Да. Нету, не вижу, это Б должно быть. Либо подвал. Кон. Подвал масса. Много кон. Они могут повторить раунд СА. Останьтесь один на А, пожалуйста. А нет, это Б, это Б. Боже, как... Что это? Вообще нет шансов. Фиги все, один останется. Один на пачке останетесь. Все, взрывай. Убей. Ну смотри, они в тебя поверили, бро. Это уважение. Давайте попробуем один раз запушить их. Давайте. Это и молит мидл. Можно мидл запушить. Да, выйдите мидл, а я с коннектора обойду сзади, чтобы они бы не бежали назад. Они просто. Б занял массу. Ой, господи, как это выигрывать? Че это надо? Два хопа. Где смотрящий за бомбой? Прошу заметить, у команды атаки уже набралось отличное экономическое преимущество, то есть сломать их экономику теперь защите будет невероятно сложно. Просто стойте вчетвером где-то под контом. Найс. На воде. Смог летит или... монстр? Да. Хорошо, я буду слева. А не тут уже. Молодцы. Еще. Бомба упала. Взорвать. Взрывай. Взорви. Все, давайте, надеюсь, пойдет у нас. Гошифт. Ты раскинул? Да, тут нужен. Так, выйдем. Давай. Вон. Пачка. Бомба. Молодцы. Ты попал в бомбу? Да. Хорош. Выход начинается. 6-6 выходит прямо с бомбой. 4. Бомба взорвать. О, Райка. Нет. Ай-яй-яй. Боже, как получилось так? Они что, успели поставить? Блин, Райка очень повезло. Ломка есть. Бомба. Бомба. Ставим. Да где? Ой, я убил, но не бомбу. Черт. Под Б есть. Двое летят. Убить. Там бомба. Еще. Бомба взорвать. Взорвал. Молодцы. Это Б. Стягивается на план Б, куда сейчас и пойдет атака. Момент истины для Шока. Атака не понимает, что Шок здесь есть. И это выигранный раунд. Эрик Шоков выигрывает 4-й раунд для своей команды. Найс. Хорош. Ух. Ребят, что будем делать за тиров? Купите 3 смока. Побежали мидл в пятером. Я даю смок 9 и через кон бежим на Б. Бегите в кон. Банан справа. Вода. Зик. Ай-яй-яй. 9 и бэксайд. Боже. Это огромные шансы для команды атаки взять этот раунд, тем более остается один 6-6-6, который является топ-фрагером. Он идет с КД 16-6. Сможет ли он взять этот сложнейший клатч? Нет. Меня зарезан. Ай! Вот всякий зик. Не пикай! Режь! Найс, парни! 3 пуля. Этот откуда появился? Ладно. Шо можно сказать? Не повезло. Если вам понравился режим, можете попробовать сами. Он доступен сейчас на проекте. Если же вы не хотите в это играть, то посмотрите мой другой ролик, который у вас на экране. Я там побил рекорд ноускопов в одной катке. Приятного просмотра. До следующего ролика. Пока.